пошли. Он потом сказал, когда... Я всех приветствую на ежегодном мероприятии, которое устраивает Ассоциация локсомастеров Украины. Сейчас происходят тесты навесных замков разных производителей. Также сегодня будут по программе на день происходить тесты броненакладок компании «Безопасность», харьковская компания, которая также производством защитной фурнитуры занимается. И это будут тесты нашей продукции, это двери-сейф, которые мы привезли из Киева в Харьков, которые сегодня ночью монтажники установили. Оно стоит и ждет. Мы привезли абсолютно весь свой комплект инструмента, самого мощного, ну, любого, который пожелает. Ну, как сейчас происходит, с самого утра люди подходят, вроде как только начинают порываться, что-то ломать, но тут покрутили дверь, открыли сейф, кто-то уходит за кофе, кто-то просто уходит. То есть пока еще желающих нет, поэтому будем ждать, будем надеяться, что все-таки кто-то пожелает, возможно, то есть по несколько человек будет проводить испытания, что в принципе неправильно, но уже хотя бы как-то, то есть произвести, порезать, поломать. Так что будем следить дальше, будем смотреть, что будет происходить дальше. Есть ключи, а вы мучили. Всех приветствую. Мы находимся в городе Харькове на ежегодной встрече локс-мастеров Украины. Также есть здесь люди со стран СНГ, с Европы также есть гости. Как говорится, побитая, но не побежденная наша дверь – это монолит мускул. Хотел рассказать немножко вообще историю по этой двери. На самом деле, до последнего момента не знал, то есть вообще придется эта история рассказывать, не придется. Вообще, как появилась на свет эта дверь. Это абсолютно стандартная наша дверь «Монолит Мускул». Абсолютно стандартная. Сварщик, который ее варил, он даже абсолютно не знал, что это дверь на испытание. Абсолютно. Вот он буквально вчера или позавчера, то есть было в пятницу, он был последний день на работе, он услышал, что эта дверь едет в Харьков на испытание. Она просто шла как дверь Харьков. Никаких дополнительных комментариев к этой двери не было. То есть это то, что... Привет. То, что дверь простояла там 2-2,5 часа под натиском, ну, инструмента, который вообще далеко уносится за рамки 5 класса. Это тот инструмент, вот эти лапы, вот эти там немыслимые кувалды, вот эти колуны, монтажки, все-все, весь этот набор инструмента, который применялся. Болгар с огромным 230-м кругом. Весь этот набор инструмента, это было вообще улет за стандарт, который предполагал 5 класс. Это было небо и земля, тот инструмент, который разрешен был на 5 класс. И с учетом того, что время, которое на 5 класс предполагалось, и с учетом того, что на 5 класс мог работать только один человек, ну, ему второй человек ему только мог подавать инструмент, то в данном случае здесь до 5 человек одновременно легали на инструмент, друг друга меняли. Здесь по хронологии, если посмотреть, я думаю, минимум 10 человек вообще участвовало в взломе двери. И люди все были именно заинтересованы ее сломать. Здесь не было той ситуации, когда дверь была
заряженная, как это принято говорить. Вместо того, чтобы ее делать там образ на неделю, ее там чуть ли не месяц делали, потом везли, и абсолютно незаинтересованные люди ее ломали, чтобы там буквально в течение 15 минут ее не сломать. То есть задача стояла так, чтобы не сломать дверь, а именно дверь не сломать. Вот это как бы абсолютно разные вещи. Поэтому почему я даже не говорил сварщику, что ну, эта дверь будет какая-то особая? Потому что на самом деле у меня очень такое частое есть тест по производству, очень частый. Те, кто, допустим, меня более близко знают, с кем я могу поделиться, допустим, такой информацией, там, с коллегами, они знают, что у меня есть такой прикол. То есть я постоянно проверяю производство на прочность, как говорится. Именно всю цепочку производственную я проверяю на прочность. Это именно все люди, которые вот так бывает, что там, допустим, берется какой-то определенный заказ, с очень серьезной планкой, и при этом вся цепочка производства, она проверяется там определенным образом. Наверное, в этом видео не буду говорить, каким образом, но тем, кто близко более знает, они просто в шоке, как проверяются. Как именно правильно мне сказали, что есть такое понятие, как качать мышцы, то есть, а вот это именно качаются мышцы производства на таких вот вещах. Вот это была также прокачка мышц. Насколько я был уверен в том, что вот так вот все будет. То, что я вот этот немыслимый инструмент взял, то есть это вообще было не в моих интересах, вообще не в моих интересах. И это на самом деле бы, на это никто не пошел. Это беспрецедентный случай. То есть на этом не пошел абсолютно ни один производитель. Я абсолютно не предупреждал по поводу двери. То есть эта дверь не заряжалась, ничего. Это абсолютно же монолит мускул. Два с половиной часа, и, как я сказал, побитая не значит побежденная, то есть она по-прежнему закрыта, и она по-прежнему выполняет роль двери запертой. Сейчас это даже переросло в проблему. Мне нужно каким-то образом открыть ее, для того, чтобы можно было бы погрузить ее в машину и увезти в Киев. Замки я уже не могу открыть, то есть в собранном состоянии со стендом я ее не засуну. Поэтому ее сейчас по-любому надо будет открывать, я не знаю, сколько это еще займет времени. Но вот перед вами наша стандартная дверь монолит мускул, побитая, но не побежденная. Мы, повторяю, в Харькове, с места событий. Встреча локс-мастеров Украины. Хотел с вами поделиться данной новостью по поводу двери. Спасибо за внимание. До свидания.